Бокс, история которого насчитывает не один век, по-прежнему интересен для спортсменов и зрителей. Его классические правила только помогают проявляться лучшим бойцовским качествам мастеров кожаной перчатки, быстроте, ловкости, бескомпромиссности. Все эти качества есть у юных российских боксеров. Наш город давно уже завоевал добрую славу спортивного центра, который может провести престижные соревнования высокого уровня. В спортивном комплексе «Лидер» проходит первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей 15-16 лет, посвященное памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Анатолия Тюрина. 226 спортсменов из республик, краев, областей и городов от Санкт-Петербурга до Якутии соревнуются за призы первенства. Хотел бы поблагодарить организаторов, да, этого мероприятия, представителей профсоюзов России за то, что они выбрали наш район, наш город для популяризации. Для нас это большой плюс. Большое им спасибо. Мы всегда рады им помочь, чем можем. Создадим для всех гостей хорошие, благоприятные условия. В соревнованиях участвуют кубанские и славянские боксеры. И хотя, как говорят, дома и стены помогают, соперничество будет очень серьезным. Впрочем, для всех созданы равные условия. Тренер Константин Петровский из далекого Сахалина в Славянске впервые. Всем очень доволен. Конечно, далеко до вас лететь. Это да, акклиматизация у нас еще, детки до конца ее не прошли. Ну, надеемся побоксировать, показать свой уровень бокса сахалинского, чему-то научиться у вас. Встретили нас очень хорошо, все нравится, питание, проживание. Достигнутый авторитет и наработанный опыт, солидная спортивная база нашего города – все эти плюсы учитывали организаторы первенства, делая выбор места проведения. Все на достойном уровне. Судейский аппарат прекрасный здесь работает. Прекрасное место проведения – это немаловажно. Прекрасное размещение. И радует, что все-таки, как говорится, это проходит на территории Краснодарского края. На церемонии открытия выступил детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» из Новороссийска, который зарядил боксеров бодрым настроением. Оно им очень пригодится, чтобы выступить достойно. Соревнования завершатся 23 июня. Лучшие получат путевки на первенство страны. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».